процесс пошел. Начинаем избавление. Пардон. Ну и вот все, что осталось от диванчика. Сейчас я от всего этого избавлюсь. А, кстати, еще хотела сказать. Вот такой кусок отрезала. Сзади на спинке был он на липучке. Сделаю как теточку. Ну вдруг, раз она так любит диван, будет когти об это драть. Вот как все получилось. Красота. Дивана нет. Сразу столько места освободилось. Ну просто класс. Ой, наконец-то я избавилась от этого ненавистного дивана. Красота. Еще холодильник вот этот вот отдадим. И все, здесь вообще можно будет в футбол играть. Но мне уже нравится. И еще, если вы обратили внимание, стол поставили по-другому. Вместится сейчас 5 человек. Если его отодвинуть от стены, то 6. Если его разложить, он выдвигается на 1,80 м, то сюда вместится у нас на 1,80 м. 8-10 человек легко. В общем, вот так, классно. Я довольна. Виталик был, конечно, не очень рад субботнему субботнику. Ну, деваться некуда. Мать сказала, надо вытаскивать этот диван. Значит, все его поперли. Ура! Киска. Киска в недоумении. Ну, ничего, ничего, моя сладкая, тебе диван вчера новый купили. Ой, шлядюнька.